предполагал ли Нейсмит Джеймс, кидая мяч в плетеную корзину, какую мудрую великую игру он открывает людям во всем мире. Игра, объединившая людей, эмоций буря в ней, полет, свобода. Игра стратегов, взрослых и детей, в любое время года, дня и ночи. В России баскетбол всегда в почете. Имен спортсменов всех не перечесть. Тех, кто приводил страну к победе. Вы – наша гордость, слава, честь. О, баскетбол, ты лучшая игра с мячом. Тобой мы вдохновляемся и дышим в твой день рождения. Пусть эти слова баскетболисты всей земли услышат.